Вот так чоповцы встречают инициативную группу хамовников. Активисты пришли на стройплощадку, чтобы удостовериться, есть ли у рабочих разрешение на снос вековых домов. Охранники сначала пообещали показать документы, а потом просто попытались закрыть перед носом ворота. Вот в таком положении Александру Парушину продержали до прибытия полицейских и врачей. Уже в травмпункте выяснилось, во время потасовки с охранниками Парушина растянула связки правой ноги. Теперь она планирует написать заявление в полицию. Охранники же после инцидента перекрыли все подъезды к месту происшествия.